Давайте. О-о. Да камон! Вот так нормально. Ой-ой. Он не дострелит до меня. Отлично. Кому-то, блядь, не имется. Кому-то нужно поразговаривать про политику. Ебать, просто жесть какая-то. Окей, фулл хп. Да иди ты нахуй, игра. Что ты пристала? Да я только, пожалуйста, стреляй, стреляй, чувак. Да блять. Ну чё это? Ну они реально ебашут прям от души. Жесть. Да я сейчас не дойду, да тут где? Да блять, конечно. Да почему вы, блять, не дамажитесь-то? Алло, я же бью вас. Ебануться какая-то. Нет, 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 только не ты, блядь. Вот мудила, блядь. А вы тоже бить, что ли, умеете? Ладно. Да я ворот, чё? Отбить. Да угомонись ты, ёпта. Да угомонись ты, сука, ты чё, блядь? Сколько у тебя хп-то, блядь? Капец какой-то. Этой игры нету 3D-версии. Есть другая игра, которая по фильму. На-ка! 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 Оу! Неплохо втиснулся. Козёл ты, блядь! Окей. Okay.
Эй, пацанов красным надо ушатать прям вообще в момент. Да ты бесишь, сдохни. Конец. Конец сделал. Так. Так, у тебя что-то изменилось? Что ты здесь делаешь, Кеннеди? Угу. Что-то очень важное. И он забыл. И вообще он сраный. Ладно, хоть чекпоинт был. Да там вообще другая игра. Почему? Ничего общего вот с этой. Да, игра по мультику, который полнометражный был. 2007 или 2008 года. Ничего общего с этой игрой. Да ее помыть. И мы должны сейчас какого-нибудь персонажа встретить. Ну, надеюсь. Да ё-моё. Да откуда ты, блядь, стреляешь-то? Ты заебёшь. Ну, понятно, короче, это... Буф. Они не работают. Кидай, не кидай. Ай, сика. Да ты... сика. Ебаш. Просто сжигай его. Да кому? Да кому? Да какого хрен-то? Да ёб твою медь. Что там? Так, с тобой. Так, ясно, понятно, давай снизу лучше.
Окей. Спину, блять. Да ты ёпта делаешь свой этот курок ебучий, блять. Сика. Ладно, хоть чекпоинт был. Ничего не говорит про секретных персонажей, значит их и нет. Тут сика. Давай. Да камон. Та. Так, окей. О, Вайли. Я ждал тебя, Астра. Я прыгнул на поезд, чтобы следить за Дедкроссом. Он заперся. Пускает меня ближе. Я сказал Кеннеди, что приглядывал за поездом, но куда он ушел? Кеннеди? Он мой племянник. Он был моим ассистентом, но... Короче, он запутался, бла-бла-бла. Должен быть осторожен. Да, сэр. Это интересно. Мне вот сейчас нужно с ним поговорить. Короче, оп, воскресательные знаки какие-то появились. Я хер знает. Может быть, это нужно, короче, вернуться и поговорить с этими персонажами. Посмотреть, что будет. Так, ты все еще жив. Сразу с моими рабоидами. Рабоиды на этом поезде. Давай, поехали. Блять, урод тупой. Найс. Фу. Фу. Мужики в плащах. Мир роботов. Фу. Отступись, Дедкросс. В смысле, Рок. Проклятие. Все кончено. Делай как хочешь. Все еще не закончено. Твоя жизнь только началась. Что? Ты о чем говоришь, Астра? Так, вернемся в Антарктику, расскажем полиции. Ну и все по новой. Что? Наверное, Шараку. Да, это он. Пьет. Где мы?
Это что, дно океана? Что происходит? Добро пожаловать в мою империю. Рад вас встретить. Я министр Дон Дракула, не родственник. Правитель Му хочет вас встретить. А это правитель Му. Принц империи, трехглазой семьи и Шараку. Добро пожаловать, глупцы из будущего. Вы будете работать здесь, пока не станете мертвецами. Подводный поезд, то, о чем я мечтал. Схватить их. О, нет. Ты никогда не сможешь схватить нас. Вы двое стоите рядом. Что такое? Пук. Опять меня прерываешь, пьёс. Солдаты, найди этот сапфировый замок. Короче, не теряйте их. Потерянный мир. Добро пожаловать, я Сапфир, принцесса Му. У нас мало времени, Шараку и его войска скоро здесь будут. А, ты, похоже, знаешь, что здесь происходит. Да. Ты слушаешь нас, Шараку? Ты меня получишь, пес. Нет. Астра. Вообще не понимаю, что происходит, объясни. А, понятно. Моя сила на тебя неэффективна. Да омега-фактор, бро. Омега-фактор. Ну, понятно, ладно, иди в пирамиды. При виде Дона Дракулы, мне кажется, нужно начинать считать. Один. А. Два. Так, следующая хрень, которую мы будем искать, будет... будет наверху в следующей комнате большой, вроде бы. Сенсор что-то обнаружил, что-то рядом находится. Ща, подожди, братан. Братан, ща, ща, бля. Все, можно двигаться. А черт. Пёсель! Да ну ёпт! Хе-хе. Да сика! Попасть туда еще, блядь, целое дело. Там пёсель должен быть. Точно помню. Да? Нет, не пёсель. Ты кто? Это Юника. Еще один персонаж. Манго-герой. Только другой манги, еще одной. Оно так, по-моему, называлось Юника. Или что-то типа того. Этот Юника. Я единорог. Приношу миру счастье. Но Шараку затащил меня здесь и оставил без сил. И сам стал, короче, этим... Сам стал править и всем владеть, да? Так, за то, что ты спас меня, я исполню одно твое желание, самое сокровенное. Если ты знаешь дом своего отца, намести его. Спасибо, я запомню. Окей, Юника. Так, лазер. Эх, дополнительный еще один лазер. Ой. Так, ну здесь уже выше не станет.
Эти такие маленькие войска, такие прям малюсечки. Оба! О, у меня лазер стал другого цвета. Сиреневый теперь. Так, вот эти штуки надо победить. Куда? Не в ту сторону! О, не умри. Убил. Это было близко. Окей. Так, сенсор что-то обнаружили. Здесь кто-то рядом. А вот тут я что-то и не помню, где кто-то. Либо кто-то вот в этих проходах. Что-то еще. Ты что, издеваешься? Да я же, ну, сделал рывок-то, ёпталё. Деп. Деп. Деп, классно. Ну, это было круто. Чуть еще могу сказать. Опа, блядь. Приветики. О, ты нашел меня! В смысле? Я искал эту машину. Я не пытался сбежать. Шараку доверяю. Классных людей набирает, я смотрю. Окей. Дон Дракула. Хорошо. Так, лазеры. Лазер. Твою мать. Окей. Я рад, что ты так зашел далеко. Марин Экспресс здесь. Ты должен победить меня, чтобы вернуться в будущее. Так, битва! Красный кондор, блять. Давай, сука! Ты думаешь, я на тебя управу не найду, пес? Не, ну не найду, ладно. Чё ты начал сразу? Да у меня хп не было. Ебать, это что такое было-то сейчас? Просто хп все улетело. Просто хп все улетело в никуда. Ты куда? Верни. Ай-яй. Да пиздец. Ты два удара сделал, блять, уже пол хп нету. Идешь ты нахуй просто. Че за, блять? Да давай уже быстрее, ну. Полдня любитель падать в пропасти. Раз, два, три, четыре, пять, поехали. И что это за удар был такой сейчас? Да.
круто, чё. Чё, ни одной развязки не видели толком. Там дополнительные эти должны вот быть. Так, давай только, блядь, без этого. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Зря. Труп. Воу, да ладно. Неожиданно. Неожиданно для самого себя победил его. Окей. Время. Ты не сможешь меня победить. Это так? Ну я и не проиграю тоже. Пока ты не сможешь решить мою головоломку, ты никогда не сможешь победить эту, в этой игре. Увидимся в будущем. Смотрим, как ты сможешь победить. 3 месяца спустя. Садись на поезд, нам нужно вернуться в будущее. Молодец, Астра, наконец-то мы обнаружили секрет путешествия во времени. Нет, невозможно, я там что-то спекулировал, бла-бла-бла. Что-то там... Мы типа на 5 лет в будущее. Как? Чё, блядь? Я ничего не понимаю. Ты точно хочешь, чтобы Рок остался здесь? История верна, Мупа тонет в будущем. Я хочу остановить это, изменить историю. Это моя миссия, спасти эту империю. Не позволю это случиться с принцессой Сапфир, я обещаю. Понятно. Я и не думал, что вы близкие стали. Ну, удачки вам, президент Рок. Ого, Сапфир. Окей. Лазер. Ой, бля. Началось. Самые сильнейшие роботы. Короче, босс раш. Так, похоже, мы вернулись в настоящее. Ну, что-то тут изменилось немножечко. Давай узнаем, что изменилось. Что это? Плуточ пришел. Астра, тебя не было 3 месяца. Я волновалась. 3 месяца. Похоже, было сложно попасть в нужное время. Я Плутон. Следуй за мной, синий рыцарь ждет тебя. Ты тот самый синий рыцарь? Только теперь он вместо Шадоу? Астра, будь осторожен, может быть, это ловушка. Не беспокойся, Зоран, ну, друг. Я не позволю... Зоран, друг его, он, типа, не позволит никого обижать, его брата. Он очень сильный, нежный, бла-бла-бла, все то же самое. Он сражался с роботами. Что, сражался, чтобы помочь роботам последние 3 месяца. Прошло много времени с того момента, как я видел тебя, Астра. Что случилось, синий рыцарь? Эти 3 месяца Дрейк ввел новую политику касаемую роботов. Бесконечное число роботов были уничтожены людьми. Я смог, короче, выживших защитить, ну или типа того. Твоя сестра Зоран одна из этих выживших. Но Дрейк наконец-то достиг Антарктики. Через 24 часа люди начнут атаку в
полную силу. Что? Это тот твое... Чё? Короче, хорошо, что ты здесь появился. Астра, пожалуйста, помоги нам. Должны поймать людей. Ну, пока они не готовы к удару. Нанесем удар против них. Самыми сильными роботами. Так, ты это, в расчет взял смертельную маску? Как ты, откуда ты знаешь об этом? Ты что, шпионишь на людей? Нет, я не шпион, послушай меня. Ты должен мне сказать, где смертельная маска? Где это ультимативное оружие, которое сотрет всех роботов, уничтожит всех роботов? Если ты мне не скажешь, роботы уничтожат тебя. Нет. Откуда ты знаешь так много про эту маску? Понятно. Так. Я заставлю тебя говорить. Вы что, похищаете людей? Это ужасно. Так, как мы там это делали? Не-не-не, подожди. Да погоди ты. Да погоди ты, блядь, со своей рукой нахуй. Да что ты заебешь? Да вот это снизу-то, ёптвою. Блять, тайминг надо поймать. Чтобы ударить снизу. Сучок. А, надо вплотную. Нет. Mm-mm. Вот, сука. Ну ладно, сейчас еще раз. Сейчас еще раз. Подожди. Окей. Да чё ты, блядь, делаешь-то? Дурак, что ли? Блядь, ты чё, одной атакой... Ты серьезно? Ты одной атакой просто снял мне пол хп? Чё ты, блядь, со мной сделал, если бы у меня не было прокачанных хп? Ты меня убил бы, что ли? Так, дай-ка я кое-что. Ладно, не, давай пройдем. Пойдем в окно. Хотя это уже, наверное, не сегодня получится. Ну, поехали. Чего, блин? Ну, еще я не достаю. Да бред какой-то. Они, сука, они просто, знаешь, добавили ему хп, блядь, в 3 раза больше. И сделали его мощнее в раза в 2 или в 3. И нихуя не изменили.
А зачем? Кстати, насчет ХП. Вот насчет дамага точно. Да, мощна была, конечно. Добивай. Бля, живой? О, отлично. Опа. Здорово. Детектив. Детектив Таваши. Ну, в порядке. О, вот и бардак. Я преследовал бандитов из Консанкаку, которые сбежали из тюрьмы. Я никогда не подумал, что синий рыцарь возьмет меня так же, как и Консанкаку. А он их поймал? Да, он... Он отчаялся, чтобы получить информацию о смертельной маске. Подозреваем, что Консанкаку, у него есть информация. Он меня пытался разговорить. Он мне поверил, когда я сказал, что я ничего не знаю. Я не знаю, что они там с ним делают. Я не думаю, что есть связь между ним и смертельной маской. Короче, надо их спасать. Стоять. Астра, ты понимаешь, что возникло недопонимание? Я думал, ты просто машина с великой силой. Но ты против своих же выступаешь, чтобы спасти мою жизнь. Спасибо тебе. Так, ну... Что-то напоследок оставим, потому что они мне, в принципе, не нужны. Я не хочу драться с тобой. Ну, я должен ради своего брата Денку. Денку! Получай пиздуля. Денку, Денку. Так, одного раза достаточно? Ну ладно, окей. Одним ударом 2 хп. Вот сика. Скотина мелкая. Лови, блядь. На вас. Один. Два. Оу. А ты уже? Бляха. Что-то он уже видимым стал. Не. Все еще не видим. А, нет, видим, 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 блядь. Сика. Ебать, а так быстро-то, блядь. Аккуратнее. Тише будь. Молодой.
Бля, у меня кончились патроны. Ёба мать. Повезло. О! Сканг, ты в порядке? О, я тебе должен, ты меня спас. Я в порядке, но я беспокоюсь насчет Кин Санкаку. Он единственный, кто знает секретное местонахождение секретного сокровища Му. Ты это об этом говорил. Что это такое? Ты его лучше спрашивай. Я думал, ты просто робопацан, но я тебе должен. Бомбермен. Так, панч. Отлично. Так, этот пацан. Астра. Люди наши враги, мистер Киншанкаку, злой. А ты здесь пришел его спасать? Ты думаешь, мы что-то сможем сделать с тем, что он злой? Че, логика-то какая, блядь? Что? Достаточно. Я тебя остановлю. А, ну давай. Останови еще вот это. Ебать, ты серьезно? Ой, что я делаю? Давай ты меня убьешь. Я просто начну еще раз. Оу. Внезапно. Здесь такой дилей лютый на прыжке и ударе. Там жесть какая-то. Да чё, блядь, за дамаг такой лютый? Пиздец. Как будто и не прокачивал, в общем-то, это ХП. Погнали. Дед. Так, минус ты. Фух. От него вообще ничего не осталось. Просто я просто убил его. Ну, это ты, Астра. Ну, задаешь. Расскажи мне, что за сокровище, мол.
Оно как-то связано с маской смерти? Ну ты спас меня, я тебе расскажу все, что я знаю. Однажды я слышал голос внутри моей головы от какого-то древнего бога. Древнего бога? Да, он было не... это было неестественно. Но как будто бы голос из моего сердца. Заставлял меня делать плохие вещи. И когда я сделал, все было хорошо. Чё? Могла ли это быть Шараку, телепация Шараку? Откуда ты узнал имя древнего бога? Ты прав. Шараку говорил со мной. Он сказал мне, что древняя сила Му была, где она была спрятана, под землей, где-то там на острове. Но все, что я нашел, это место, где был Пук. Но потом я нашел синего рыцаря. Я не думаю, что есть связь между маской, но он не верил мне. Если бы ты не спас, я был бы в беде. Я хочу отблагодарить тебя. Ты спас меня. Да нам тебе читок завязывай. Так, на последнюю полоску идем. Кошмар какой-то. Так, ну тут еще Эпсилон. Я не понимаю твои действия. Зачем ты выступаешь за людей? Мы же делаем правильное дело. Нет. Обе стороны вообще дебилы. Остановитесь. Заткнись, предатель. Гидрит дано. Кека дельфин, блядь, заебал. Не знаю. Ну, было близко. Ну, она вот самая, по-моему, простая из всех этих. Я не понимаю, почему она так далеко здесь стоит. Зря. Я тебе говорю, зря. Это было классно. Дамаг, конечно, я ебал. Бессмысленно. Пиздец дамаг. Просто пиздец дамаг. Чё? Чё это вообще? Вы чё, блин? Обалдели. Да кому? Куда пошла?
давай. Дед. А тут же вода. О! Это же этот... Токугава. А почему мы здесь? Это потому, что я тот, кто создал смертельную маску. Чего? Компания секретно разрабатывала смертельную маску на лунной орбите. И мои приказы поступили от Дюка Реда. Серьезно? Да нет, не может быть. Чё это, как так-то? Он же поддерживал роботов с самого начала. Он же не мог стоять за этим. Если ты думаешь, что я вру, спроси его. Ты найдешь его здесь тоже. Это был наш секрет. И это причина, которую я должен скрыть от Дайчи. Смертельная маска. Какая-то планета. Космическая, которая излучает там аматаниум. Эта машина может уничтожать электрический мозг роботов мгновенно. Это ультимативное оружие, чтобы уничтожить всех роботов. Но Дюк Ред спрятал маску где-то в космосе. Даже я не знаю ее местонахождение. Я уверен, что это и к лучшему. Это было бы опасно знать Дюк Ред. Почему? Как он мог такое сделать? Это поворот. Вот это поворотище просто, ну. Ну здорово. Ты добрался, Астра. Становись, Астра. Как ты можешь называть себя роботом, когда даже... Чё? Ты всегда принимаешь сторону людей. Зоран. Не встревай, Зоран. Юкей, грин. Куда хюи, давай. Юкей, грин, дайза. А, Астра уже решил, что будет драться. Плутон. Я понимаю. Чё? Все, что я понимаю, это сражение. Так что я не могу следовать своей логике. Пожертвую свою жизнь ради этого. Свою веру пожертвую. Я не думаю, что люди смогут сделать то же самое. Давай, к действию. Ты готов? Бля, я был не готов. Так, я уже забыл, что там делает. Я труп. Этот лазер меня убил бы. Да что ж ты делаешь-то, блядь? Нахер ты в него врываешься-то сразу? Ой-ой. Только, пожалуйста, не крутись, козел. Что-то он вообще не дамажится. Да ебаный рот. Вообще не дамажится.
Да камон! Идешь ты нахуй? Что за бредятина? Еще не задамажило. Здорово. Огонь. Огонь. Не достанешь. Да ну что ты? Ну конечно. Да мать твою, говно тупое. Ты бесишь, заболел. Блять, уходи ты, ёб твою мать, оттуда. Козёл сраный. Чё он? Чё он? Чё он? Конечно. Давай, 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 давай. Зря.
Да, блядь, ну не делай так. Да ну конечно, иди ты в пень, блядь. Ну нихуя себе. Он три ракеты самонаводящиеся выпускает, начинает крутиться. Я, блядь, не отойти не могу, не подойти не могу. Ну нихера себе. Чё за ересь-то? Ты чё охеревший такой, босс, а, босс? Ну да, конечно. Ну да, конечно. Теперь ты решил просто меня заспамить этой хуйней, что ли? Наглая какашка. Да. Нахер, слышь, блядь. Козёл сраный. Чё творишь-то? Да ну, блядь, делай ты рывок-то свой, ёп. Чё так скрипит-то, мать твою? Не попади только мне в голову, блядь. Да иди ты нахуй. Да блять, ну зачем я подошел-то? Я же знал, что это нет. Я же знал, что он ногой ударит. Ну блин. Ща, давай еще раз. Да нахуя?
надо, не надо. Сика. Ты невероятен. Ты самый могучий робот. Я не хотел драться. Прости за это. Ты победил всех самых сильнейших роботов мира. Я никогда не думал, что Плутона можно победить. Я должен допустить его. Ты должен сразиться со мной, Астра. Подожди. Астра не уничтожил Плутона. Он просто отключил его. Что? Мне тоже. Меня тоже, наверное. Он не смог уничтожить меня. Он мог уничтожить меня, но не сделал этого. Меня 3. Меня 4. Меня 5. Сила, которую он демонстрировал в бою, только малая порция его способностей. Я думаю, фраза «самые сильнейшие роботы» больше неуместна тут. Синий рыцарь. Чё? Это потеряно? Чё? Плутон. Астра ставил нам жизнь, даже если ему это было не нужно. Пожалуйста, послушай его. У нас нет никаких условий для того, что... Не условий, как... Или условий? Короче, нет смысла драться с людьми, может быть. Я никогда не думал, что это так закончится. Что ты хотел сделать, Астра? Я не только останавливаю смертельную маску, но и Дрейка тоже. Так что я прошу не атаковать людей. Ты правда думаешь, что сможешь их остановить? Ты можешь мне не поверить, но время покажет. Я отправлюсь через пространство и изменю будущее для людей-роботов. Оно будет чище. Дюк Ред. Дюк Ред ключ ко всему. Я найду его сначала. Астра. Зоран. Я должен идти. Пожалуйста, оставайся с Плутоном. Подожди, я кое-что хотел сказать. Ну-ка, в Антарктике, я думаю, Дюк Ред вместе с ним тоже. А кто ты знаешь? А ты помнишь, когда Нюка приходила к нам в дом? Она мне на ушко сказала по секрету. Сказала, что... Что бы сказала это, когда придет время. Я не поняла, что это значит, но вот теперь, видимо, понимаю. Астра, пожалуйста, иди туда, где Нюка. Спасибо, Зоран. Он исчез? Он шо, правда, через пространство? Ну, я люблю тебя. Чё? Чё? Сейчас. Чё это за любовность? А я люблю тебя. Чё это? Чё началось-то? Вот же проблема, да? Всё, я на всех уровнях побывал. Но игру так и не прошел. Дай-ка я куда-нибудь зайду. Сейчас... Надо это оценить. Масштаб трагедии. Да, просто скипни. Так, нам нужно что-то с Дракулой сделать. Наверное, не знаю. Где вот этот пацан? Алёха, блин. Алёха, это первый уровень, по-моему, да? Этот на уровне с этими.
Как их называют? В Антарктике, короче. Ну, то есть тут три остается, да? Мы должны еще открыть двух, трех.